Всем привет, друзья! Сегодня у нас выпуск распаковка. Распаковка чек! О, такой тяжеленький пакетик из корейского магазина. Ну, точнее, не из корейского, а из магазина, торгующего корейскими продуктами, которых, ну, не купишь в обычных магазинах. Завязали так, завязали. Зубами, что ли? О, раз и два. О, так, у меня тут накладнушечка. Накладнушечка, будем проверять, ручка, ставить отметочку, что привезли, что не привезли, забыли. Так, 33 позиции. Ого, так заказала, самоприлично. Муж в шоке. Жалко, что без картинок, потому что корейский я не знаю, но я надеюсь, мы разберемся. Начнем. Так, лапшичка. Лапшичка кимчи, Корея, шин рамен. Ну, это мой сын любит такие вещи. Их надо отваривать. И соусами корейцы любят тоже такие вещи. Итого, две такие штучки я заказала. Так, еще лапша. Так, еще одна. Шин рамен. Ни слова на русском. Ну, в общем-то, тоже тут есть инструкция, все понятно. Тоже две. Следующая на очереди. Chicken flavor ramen. Какой-то с курицей. Сейчас я найду, что это. А, с сыром и с курицей, точно. Это тоже. Это зайдет сыну. Две штуки. Следующая. Еще одна лапшичка. А, с курочкой, но острая. Тоже две. Мне и сыну. Поехали, что у нас там дальше. О, еще одна. Тоже Made in Korea. Еще один рамен. Такой баночки интересно. Классно. Очень хочу попробовать. Тогда заказала еще чипсики. Креветочные чипсы. А, нет. Чипсы с креветочным вкусом. О! Из рисовой и муки тапиоки. С креветочным вкусом. Очень интересно. Наверное, тоже не тот, у меня все это съест. Что еще? Еще чипсики. Еще чипсики со вкусом картошки. Чипсы со вкусом картошки, ребят. Я просто, мне стало интересно, что это такое. Будем пробовать. А сделаны из пшеничной муки, кукурузного крахмала. Что-то там еще. Рисовые какие-то отруби. Ну, может, прикольно. Будем пробовать. Так, а еще должно быть. Может, вот это? Не-не, это что такое? А, ребята, какая-то маленькая. Чипсы со вкусом курицы. Острые. Тоже все корейское. Да, такие фишки в обычных магазинах не купишь. Чипсы острые. Со вкусом курицы. Острым перцем. Следующее что? А, морская капусточка. Жареная морская капуста, сухие листочки. Их можно или роллы завернуть, или так похрустеть. Тоже корейские. Я такие вещи люблю. Две штучки взяла себе. По 5 грамм. Дальше. Так, ну молочко заказала кокосовое. Ну такое продается. И оно тайское, по-моему. Не корейская, а тайская. То есть в этом магазине не только корейские, но и, знаете, там из Таиланда есть, и из Японии, из Китая товары. Такие, которые так просто не достанешь. Так, вот еще что купил. О, так, это круто. Это что? Это манго. Кусочки манго, какие-то эксклюзив, половинки, премиум, бла-бла-бла. Я на что повелась-то? На что я повелась, то что большая банка, довольно-таки привлекательная цена, типа эксклюзив премиум в натуральном соке манго. Такие штучки я люблю, мне для всяких десертиков, для тортиков подойдет. Я даже взяла две банки. Крутяк. Что еще? О! Такая маленькая. Нет, если, кстати, клеят этикеточки на русском языке, это очень хорошо. Это капуста кимчи настоящая из Южной Кореи. Надо попробовать. Мне очень захотелось. Классная штучка, но довольно дорого стоит. Что дальше? Так, уксус. Рисовый уксус я заказала.
китайский. Господи, она закрыта. Короче, мне он будет нужен для маринования мяса. Суши я дома не делаю. Кстати, делать суши дома — это такая себе затея, никому не рекомендую. Кокосовые сливки взяла, тоже ни слова на русском, только небольшая этикеточка. Тоже пригодится для десертов. Надеюсь, что натуральный и вкус очень крутой. Рисовая бумага. Рисовую бумагу закатала. Ура, слушайте, я так давно ее хотела, так давно искала. Но я не хотела те, что, знаете, на Вайлдберрис, там на Озонах продаются. Хотела именно вот какой-то такой. Будем делать какие-нибудь спринг-роллы. Вкусняшки разные. Так, креветочные чипсы. Это чипсы не из картошки, не из муки, а как-то они делают чисто. То есть это, ну, натуральные из креветки. Они креветку как-то высушивают, перемалывают, то есть чисто из креветки. Я взяла, попробовать две штуки. Попробую одну, вторую съедим с удовольствием. Я надеюсь, что это очень вкусно. Мне кажется, это очень вкусно, я просто ни разу не пробовала. Если пробовали, напишите, какие вы пробовали. Кстати, такие довольно тяжеленькие. Очень интересно. Да, кардамон заказала. Заказала кардамон, так, ну, нормально. Их очень вкусно с кофе добавлять какие-нибудь глинтвейн, напитки. Но самое вкусное — это кофе. Я для кофе заказала. И, кстати, цена очень даже привлекательная. Мне понравилось. 50 грамм стоит 150 рублей. Это получается 3000 за килограмм. Ну, не, ну, кардамон просто, ну, он реально дорогой. Но штука очень вкусная и нужная. Так, еще чипсов. Я такая по закускам, конечно, тут пошлась. Кокосовые чипсы в кофейной глазури. Что-то мне так захотелось. Она может говорить, фу, что это? А мне хочется. Я попробую. Ну, я взяла одну, попробовать. Что тут у меня еще? Вот эту штуку я ждала. Ребят, это для приготовления чанжана. Чанжан там мёна, и, ну, для соуса. Будем, кстати, потом с вами готовить обязательно в следующих выпусках. Это необходимая традиционная корейская заправка, соус из черных ферментированных бобов. Вот. Нигде такой не найдешь, только в корейском магазине. Следующая моя покупочка. Там что-то скользкое. Скользкое такое. Smooth like butter, like criminal undercover. Корень лотоса в соевом соусе. Кто пробовал когда-нибудь корень лотоса? Я не пробовала, будем пробовать. Булька. Корень лотоса. А, вот еще, кстати, эти черные ферментированные бобы в соевом соусе. Слушайте, реально там бобы? Офигеть. И мне очень нравится, что это все, ну, реально из Кореи. Тут наклеечка только небольшая на русском языке, чтобы хоть как-то понимать что-то. Это тоже, если так не пойдет, как закуска, то добавим соус для лапши. Так, лапша. Это лапша самён для куксу. Полкило. Оригинально корейская. И лапша удон. По-моему, это удон тоже. Оригинальная корейская лапша для разных раменов. Будем использовать. Тут почти килограмм. Да, пшеничная лапшечка. Будем с вами готовить. Так, ну, с этим покончено. Я, кстати, еще не показала. Что-то еще тут у меня. Ребята, это маски. Ну, маски, наверное, сюда не относятся. Но вообще, короче, там еще корейская косметика есть. Я заказала разные маски. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, ну, всякие такие разные, чтобы красивое лицо было, чтобы масочки, и чтобы мужа пугать. Так, а это уж... И вот эту штуку я ждала, точно, блин, я забыла. Это, кто знает, то знает, это для кимчи, для настоящей южнокорейской капусты кимчи, ну, или кимчхи. Это смесь перцев. 400 грамм хватит намного. Кстати, мы будем потом сами тоже ее готовить. Ну что, с
матрица. Ой, забыла, господи. Заморозка. Просто когда курьер привез, он сказал, типа, это сразу заморозочку уберите. У нас там тоже, типа, из морозилки. Сейчас открою. Моя любимая. Капусточка морская из морских водорослей. Вот эта чука, которая, знаете, с ореховым соусом. Блин, я обожаю. Она такая хрустященькая и тоже такая смут. Так. Тут, блин, сколько тут? Тяжело. Килограмм, наверное. Килограмм. И тоже цена очень даже хорошая. Вот такие вот дела. Ну вот, друзья, все, что я накупила. Мне очень хочется все это уже попробовать. Что-то мы будем готовить вместе с вами на канале. И следите за новостями. А что-то, какие-то продукты такие небольшие, буду пробовать и буду описывать в Яндекс.Дзене. С фотографиями, с описанием вкуса. Ссылка на Яндекс.Дзен есть в шапке профиля. Пожалуйста, тоже подписывайтесь и следите за новостями. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, может быть, что-то вы пробовали, что-то вам понравилось, не понравилось. Или вы хотите мне что-то порекомендовать, попробовать. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не понравилось. И напишите, понравился ли вам формат данного видео. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами прощаюсь. Пока-пока.